Team Spirit, наверное. Нави какие-нибудь, ХР. Ну, да, в общем-то, вся СНГ сейчас заруба серьезная. Будешь вечера играть? Да не знаю. Ну, скоро. Чё, я каждый день его играл, кроме сегодня. Сейчас будет мел ноды добавлен. На террорбойде я лично видел в 7К игре, как чувак собрал армлету, атар и догон. И он свапал хп, а потом давал догон. После того, как с армлетом себя обдамажил. Я вижу Зик. Почему он неадекватный? Нормальный пацан? Чего вы гоните на него? Улетел Урсани контрится. Ну, я не знаю, по-моему, какое-то преувеличение, но вообще говоря, герой сильный просто потому, что никто не будет контестить Рошана. Относишься к Папичу. Нормально, пока он за меня начинает на Легионе руинить без стрима. В остальном нормально абсолютно. По рокам миди 4 до 5 до ООП. Мне кажется, да. Зависит от того скилла игры на этом герое. В целом, наверное, можно. До него атаки фонтана долетели тупо. Почему на вам сбили стрик ЛЦ? ЛЦ очень сильные. Я говорю это без шуток. Они нас на КВ раскатывают за 20. Не всегда, но типа они реально хорошо играют. Сколько танцами занимался? Что? Нисколько, например? Попасть. Я говорю, ты просто должен появиться в топе ММА хотя бы. Это твоя задача, типа, в топе ММА. Илья, приезжай в Читу и устраивай мастер. Класс, ты из тех людей, кто реально добился чего-то в таком возрасте. И мое мнение, что не надо забывать про своих соратников и делиться опытом. Удачи во всем реальном.